Уважаемые братья, мы приветствуем вас на жеребьевке футбольного турнира ежегодного «Курбан» в этом году 2016. Меньше недели осталось до ежегодного турнира по мини-футболу, приуроченного к одному из главных праздников всех мусульман. Инициаторы общественной организации «Возрождение» в этот раз решили устроить жеребьевку. В шарах – название саратовских и энгельских команд. Давайте я. Первая группа. Возрождение. Команда Возрождение. Тренер саратовской футбольной команды «Сокол» Вадим Хафизов и мастер спорта по карате Ихтибар Ахмедов – почетные гости сегодняшнего мероприятия. Они пришли, чтобы поддержать спортсменов и пожелать им хорошей игры. Вам удачи, хочется пожелать. Ну и чтобы этот турнир стал не только, скажем так, между двух городов, да, а дальше был областной турнир. И уже, может, какие-нибудь региональные команды приезжали, потому что все равно и вам интереснее проверять себя не только в кругу там в узком, а и как бы география она расширялась. Всего в турнире участвуют 10 команд с самым разным уровнем подготовки. В прошлом году организаторы намеренно распределяли сильных участников по разным группам. Но в этом жребий решил все иначе. Группа В у нас, третья группа, можно так сказать, что она у нас является такой сильной группы, потому что казахи – это у нас уже, если не ошибаюсь, 4 года подряд действующие чемпионы. Азербайджанцы один год тоже были чемпионами. Команда Дагестана, она у нас всегда в призерах. Но в прошлом году эти ребята взяли кубок Поволжья по футболу, по мини-футболу. То есть они играли в серии Средней Юльзай Пензенской области. То есть достаточно сильные команды. Поэтому здесь накал, я думаю, будет серьезный. Игра обещает быть интересной и максимально мирной. Никаких конфликтов и оскорблений в сторону соперников. Нравственность для нас – это первостепенное. Должны своим поведением, своими качествами показывать, каким должен быть мусульманин в любой ситуации. На футбольном поле, в обыденной жизни, в доме с семьей, в университете и так далее. Турнир состоится в воскресенье. А так как он приурочен к Курбан-Байраму, наградой победителям станет живой барашек. Юлия Цветкова, Расим Заитов, Тимофей Печерский. Специально для Нур-ТВ.